Доброго времени суток всем, с вами вновь Билли, и я хочу представить вам свой новый гайд на охотника на демонов в специализации истребления, или ДХ, Demon Hunter в простонародье, как его называют, в целом без разницы, всеми узнаваемый героический класс, как в принципе и рыцарь смерти, на которого я тоже делал гайд, но он уже не актуален, думаю, так как он уже устарел. Но сейчас патч 9.2. По ощущениям, патч очень даже играется приятным, в том плане, что контента уйма просто. Есть просто множество вариантов усиления персонажа. Сейчас могут быть различные сетапы, потому как до этого была одна легендарка, сейчас можно носить две. Вот я скрафтил себе единство, это обязательно ковенантская легендарка должна быть. Я ее сделал, ну, в слот ног, потому что я не мифик рейдер и... Ноги с тюремчика я никогда не полутаю, поэтому я решил, что пацанчик-тюремчик останется до будущих времен. И сделал себе ноги 291, много стат дают, приятно. Хаст верса, в принципе, у меня почти все шмотки на хаст версу взяты. И крит еще. Если есть где-то искусность, то стараемся от нее избавляться. Это я вам сразу по статам спойлернул. Вот у меня сколько... Две шмотки с искусностью, остальное все в крит, хаст, версу. Желательно хаст, версу. Конечно, там есть какие-то капы и лучше симить своего персонажа, но я думаю, как бы, те, кто смотрят гайды, они понимают, что такое симить. Если они не знают, что такое симить, как вообще это делать, то посмотрите какие-то гайды в интернете. Я, как бы, этим не буду заниматься сейчас. Это гайд именно по данному персонажу. Так, на что еще следует обратить внимание? Давайте по порядку поговорим о его плюсах и минусах сразу. Персонаж, класс вообще очень простой, играется прям, ну, с кайфом. Почему он играется с кайфом? Потому что он, как вам сказать, он универсальный, во-первых. Он живучий, потому что осколки душ, подхил, есть evasion 50%, есть... Лужа, знаете, как осьминог, когда осьминога напугать, он обсирается, ну, типа испугался, и жижу такую черную высирает. Вот ДХ также делает, и это также является еще и сейвом для рейда порой, или там для пачки в инсте. Также я бы отметил плюсом то, что у него очень мощный кулдаун. То есть есть мета, которая... Вот сейчас, если мы говорим о вентирском билде, а я говорю именно о вентирском билде, то мета еще более мощный кулдаун, который может выдать огромные цифры в пак. Вот. Это касается и одной цели, и двух. Ну, двух, то есть неважно сколько целей, конечно, чем больше, тем лучше. Вот. Но, как бы, Demon Hunter не какой-то рога, который не любит там 2-3 цели. Роги, например... Некоторым рогам либо одна цель, либо 5 и более. Вот. ДХ пофигу. Клиф, не клиф. И главное, чтобы все стояли в одном месте. То есть кучненько. И мы вкидываем туда все свои кнопочки. И для нас это будет очень приятно. На что еще следует обратить внимание? Ну, простой. Я это уже говорил, вроде бы. Защитные механизмы присутствуют. То есть есть польза какая-то в рейде. То, что мы дебафаем цель на магический урон. Приятная тема. Очень мобилен. Вот мобильность — это вот прям пушка-вышка-гаднота. Во-первых, почему мобильность? Потому что планирование... Ну, все понимают, что вот это вот оп, два раза ты нажал пробел, двойной прыжок, на третий ты полетел, планируешь, бежишь быстро, рывки вот эти еще. В Торгасте так еще и таланты на этот рывок есть, которые потом дают еще скорость передвижения, и сам рывок могут усилить. Так еще и можно, если ты в вентирах или феях, можешь еще и блинк или лису нажимать. Короче, мобильность реально исключительная. А еще есть такая кнопочка, как у Ханта, коварное отступление. Она тоже, как бы, полезная. Я вам объясню, ну, некоторые моменты, связанные с этой кнопкой. А, что еще? Как сказать? Приятно играется. То есть, довольно-таки динамичный класс. Ну, просто посмотрите хотя бы на один. Вот сейчас подойду, манекенчик побью. Накопил я ресурсов. И вот танец клинков. Выглядит же охрененно, по-моему. Или вот стан. Как он вообще? Тыщ. Ну, не знаю, просто
Класс простой до тупения. Можно, конечно, тупануть в ротации иногда, порой можно. Но это уже такие тонкости билда, которые вы поймете со временем. Далее, о чем хочется сказать. Далее хочется поведать вам о талантах. Думаю, с них начнем. До этого игрался ДХ вот так. Вот примерно так игрался. Брались вот эти вот кнопки. Клинок скверный, потому что дает 40 гнева гарантированно. То есть нам ничего не надо делать, нажимать постоянно укус не надо. Есть клинок скверный, плюс он дает хороший урон. И как бы с клинками хорошая синергия. А клинки давали доп. Урон, плюс накапливали гнев нам. Буря клинков — это уже больше ауешный нюк. Вот, он просто, эта кнопка сильнее, чем остатки разрушений сама по себе. Необузданный хаос тоже слабее. Но в связи с тем, что в данном рейде, в текущем, есть вот такой сет, который, видите, усиливает танец клинков, удар хаоса, то мы уже берем, ну, остатки разрушений начинают играться. Вот, не знаю, как в соло-цели они играются скорее, чем в АУЕ. Буря клинков, лично по мне, она по-прежнему сейчас в АУЕ сильнее, мне кажется. Я везде с ней хожу. Просто если... Почему я с ней еще хожу? Если вот сделать... Ну, вот так вот играем мы. У нас есть вот эта кнопка. Вот это. То есть, ну, у меня вот как бы в ротации 1, 2, 3, 4, 5. 5 кнопочек, плюс еще танец клинков и жар. Вот у нас все кнопки. Если мы делаем вот так, то у меня пропадает вот эта кнопка. Остается раз, два, три, четыре. Ну, типа четыре кнопки. Ну, не знаю, мне не очень это нравится. Мне нравится иметь контролируемый бурст какой-то. Поэтому я вот так сделал. У меня вот такой вот сборная солянка. Буря клинков остается, как дополнительная кнопка, которую я дамажу. При этом я беру вот эти два таланта. Слепая ярость. Она для чего берется сейчас? Она усиливает пронзающий взгляд, потому что время действия его продлевается. И его, этот взгляд дает нам еще и гнев. А зачем нам вообще пронзающий взгляд дольше? Почему его мы берем сейчас? Потому что сейчас можно носить две леги, и одна из них обязательно должна быть ковенантской. В чем суть ковенантской вентирской леги? Ее суть в том, что когда мы вешаем обилку вот эту, клеймо греха, вот давайте повесим, она тикает, наносит урон. 5000, 2000. Если мы даем взгляд, мы обновляем время действия. Вот, и она еще 17 секунд будет висеть. Дальше дамажить будет. Вот давайте посмотрим, сколько надамажит эта комбинация. Чисто вот клеймо сколько надамажит. А, больше не тикает. Или тикает. Ну, мне кажется, это немножко неправильно было. 28К. Ну, честно говоря, не знаю, как работает Details. Ну-ка, давайте сделаем и вот так. Вот так правильно. 62К. Вот, все, теперь разобрались. 62 тысячи урона. То есть вот эта комбинация 9,5К в секунду. Мне кажется, это очень круто. Вот, довольно-таки красиво. Для этого мы берем, собственно, вот этот талант, чтобы вот эту комбинацию усиливать. То есть время действия больше, собственно, время действия взгляда больше, значит, клеймо греха тоже больше. То есть при активном клейме греха мы должны вжарить пронзающий взгляд, чтобы урон от пронзающего взгляда продлил время действия клейма. Эту механику, надеюсь, вы уловили. Следующий талант мы берем. Укус демона наносит на 20% больше урона и дополнительно дает нам от 5 до 10 единиц урона, единиц гнева. Почему берем это, а не клинки? Ну, потому что теперь нету вот этой синергии у этих двух кнопок. И потому что мы не берем вот эту кнопку. Теперь нам, ну, лично мне нужен какой-то филлер. Укус демона мы можем нажимать всегда. Мы можем просто подойти и жать только его. Только укус демона. Это наш филлер, который дает нам гарантированно от 25 до 40 единиц гнева. А также нам еще гнев дает обжигающий жар. Вот, 20 единиц гнева. Остальные кнопки, по сути, все, они тратят. То есть удар хаоса, буря, взгляд, танец клинков, стан вот, например, тоже тратит. Но если взять талант «Освобожденная сила», то стан не тратит уже
затраты гнева и КДшится быстрее. Я вот хожу с этим, мне в кайф. Хотя, если вам нужен дополнительный контроль в соло цель, можете брать извержение скверны, он тоже прикольный. Про булю клинков мы уже поговорили. Раздирание душ. Ну, это сейвовый талант, тут уже вы сами разберетесь, что вам больше нравится. Мне не нравится вот эта кнопка, вообще не нравится, хотя с ней играют. Ну, не знаю, мне кажется, мобильности и так достаточно. Инстинкт самосохранения, ну, тоже мне не очень нравится, потому как это нужно прожимать именно затуманивание. Хз, может быть, это будет лучше где-то. Как бы уменьшение урона по кнопке приятно, но здесь именно самоисцеление, оно усилено. Еще и самоисцеление во время меты. Ну, выживаемости нам добавляет. Плюс у меня просто еще есть шмоточки некоторые с самоисцелением. Как бы у меня вот 15%. Мне приятно. Первая кровь. Затраты гнева на танец клинков снижаются на 20 единиц. А урон, наносимый первой пораженной цели, увеличивается до 7500. Это просто доп. Урон плюс уменьшение трат гнева. Этот талант здесь безальтернативен. Ну, на мой взгляд, это лучший талант. Здесь контроль. Мастер боевого клинка. По мне так параша. Может быть, в PvP нормальная тема. ХЗ. Но мне кажется, что надо выбирать между первым и третьим в PvE. Ну и демонизм. Когда пронзающий взгляд перестает наносить урон, вы на 6 секунд превращаетесь в демона. Этот талант, на мой взгляд, вообще безальтернативен. Почему? Особенно, если у вас нет 4 кусков. Сейчас поясню, что дает 4 куска. 4 куска сета рейдового дают вам продление метаморфоза на 6 секунд, и они восстанавливают метаморфозу, КД, восстановление, на 1 секунду за каждые 60 единиц израсходованного гнева. То бишь, 4 куска позволят нам дольше находиться под бурстом, под метаморфозой, и чаще давать эту метаморфозу. Но в связи с тем, что кулдаун-то 4 минуты, и 4 кусков у меня нет, то я даже не рассматриваю вот эти два билда, хотя, ну, вот эти два таланта. Хотя, если честно, мне кажется, они вообще безальтернативные, они хреновые. То есть демонизм берется, в большей части, ну, чаще он берется банально. Почему? Потому что, когда мы даем взгляд, мы получаем микромету. Вот. Нажал взгляд, все, 6 секунд, я под метой. То есть я даю удар хаоса, я даю смертоносный взмах. То есть, ну, хорошо дамажу. То есть периодически у меня есть микробурст. К каждому паку я подхожу, я начинаю вот с этой комбинации клеймо греха, пронзающий взгляд и подметы, и даю остальные скиллы. Ну, заранее я жму только обжигающий жар, потому что он должен быть сразу. То есть он дает нам, во-первых, гнев, во-вторых, он 12 секунд висит и дамажит все это время, пока мы остальные кнопки жмем. Поэтому рекомендую начинать всегда прокаст с жара, потом начинать уже остальные кнопки нажимать. Так, по талантам все, разобрались. А, по статам я говорил уже. Скорость, универсальность. Они приблизительно равны. Смотрим, чего нам больше не хватает. Хасты его 27% недостаточно. Мне кажется, больше 30 ее не надо, в принципе. Версы чем больше, тем лучше. Крита, ну, 30-ки тоже, я думаю, вполне достаточно. Честно говоря, хрен знает. Я стараюсь собирать в первую очередь итем левел. Ну, то есть ловкость наше все. Даже если в шмотке есть искусность, но шмотка выше итем-левелом и, ну, дает вам много агилы, то я думаю, что правильнее будет брать именно шмотку с высшим итем-левелом. Но опять же, симтесь. Симкрафт – наше все. Симулейшн-крафт для тех, кто будет гуглить, искать, как это правильно делается. Далее по легендаркам еще хочу подсказать, что сейчас играется. До этого игралась «Жгучая рана». Это соло цель легендарка, но ее брали везде. То есть, ну, ДХ хороший АУЕ, поэтому можно было с ней даже в ключи ходить. Но я как думаю, я считаю, что, ну, вот это понятно, единство ковенантскую мы берем и не можем взять другую, а вот эту надо брать именно всеобщую тоску. Почему? Потому что она усиливает пронзающий взгляд. Чем она его усиливает? Да тем, что она во время того, как мы... Ну, я уже показывал, вот, например, жму взгляд, появляется еще один Demon Hunter. Это уже Demon Hunter, который танковский, и тоже дает свое опустошение скверный, и тоже наносит урон. И в соло-сель, кстати, хорошо бафает ДПС.
И в АОЕ бафает ДПС. То есть, ну, по мне так это идеальная легендарка, которую можно носить на все случаи жизни. Еще, возможно, я бы еще рассмотрел. Ну, я еще не делал, не тестил. Сейчас я ее найду. Где-то она была. Вот. Медальон созерцателя тьмы. Пронзающий взгляд с вероятностью 40% не требует восстановления и восполняет 30 единиц гнева. То есть наш взгляд восстановит нам гнев и не откатится. То есть мы нажмем один взгляд, и есть шанс, что мы еще раз сразу же нажмем. Ну, эта легендарка, мне кажется, может в соло-цель выдать такой ДПС, что, ну, как бы напрокать может. Почему напрокать? Потому что там вероятность. То есть она рандомная легендарка. Вот, поэтому, может быть, она неплохой. Не знаю. Не знаю. Я считаю, что сейчас самое лучшее — это всеобщая тоска. Нужно с ней играть. Особенно в пак дает прям шикарные цифры. Что еще хочется отметить? Сейчас поговорим по Ковенанту. Ну, Ковенант Вентиры, я остальных не рассматриваю. Конечно, с феями остальные играли. А до этого я тоже в феях играл, там охота, очень топовый скилл, но его нужно правильно было нажимать, предварительно нажимать микромету, чтобы повышать агилу, скорость. Вот. Потом уже стараться развешивать охоту на всех, то есть на самого дальнего вставать, и чтобы охота задела каждого. То есть развешивать эту доту охотновскую. Как бы мне это не очень нравится, с клеймом играется получше. Так, что касается медиумов. Я играл с Наджей примерно вот таким билдом. Что касается кондуитов, нарастающий жар преисподней — это бисовый кондуит, который мы обязаны брать первым вообще, самый важный кондуит. Просто он сейчас в этом билде, вообще в этой всей идее, которая сейчас дамажит в этом билде, он не участвует. Но он просто очень дамажный, мы его по-любому берем. Что касается вот этого билда, то здесь участвует три кондуита. Во-первых, танец судьбой усиливает последний удар танца клинков на 84% на 265 уровне. Как, понимаем, почему он участвует, потому что сет-бонус, потому что осколки там и так далее. Во-вторых, непреклонный натиск увеличивает урон от удара хаоса. Точнее, он как увеличивает? Он дает вероятность, что мы поразим цель еще раз этим ударом. То есть x2 урон будет. 10% вероятность на 265 этом левеле. И вот этот кондуит еще есть, повышенная бдительность. Он снижает КД клейма греха. Я вот с ним играл, но в Таотаре решил его не брать, потому как вот эти два точно бафают урон, а вот этот, если мы не нажимаем его чаще, то он не бафает. Просто я посмотрел, каждый раз, когда у меня есть взгляд, у меня почти всегда есть и клеймо. Да, там между ними по восстановлению есть 15 секунд разницы. Но мы метой постоянно откатываем себе взгляд. Если мы жмем мету, мы откатываем, ну, прям в эту же секунду взгляд. В чем суть вообще АОЕ бурста? Вентир, когда жмакает мету в пак, он развешивает клеймо греха на всех в определенном рендже. То бишь, вот, например, внизу. Там, не знаю, есть это расстояние или нет. Нет, не показано. Накладывает на всех ближайших противников при активации метаморфоза клеймо греха. И в ту же секунду по этим всем противникам, на которых мы развесили клеймо греха, мы сразу же даем пронзающий взгляд. Это адская комбо, которая наносит, ну, довольно-таки серьезные цифры. И перед всем этим, конечно, мы жмем какие-то свои тринкеты усиливающие. Мне вот устройство упало, например, квантовое. Я тут викауру себе сделал. Ну, на хосту прокает периодически. Иногда, конечно, на крит. По-разному. Вот. Ну, у меня альтернатив нет. Второе, видите, у меня токсин. Как бы есть какие-то тринкетики еще с рейда, там, ключиков. Но так как я не так уж прям до хрена играю на этом персонаже, поэтому выбор пока небольшой. Хочется что-то другое полутать. Что хочется вообще полутать? Давайте с вами порассуждаем. Гробница предвечных. Откроем весь рейд. Хочется полутать, во-первых, удар землелома. В АОЕ это, судя по всему, сейчас лучший тринкет, потому как он очень много дает урона в пак. То есть АОЕшный самый лучший тринкет.
Еще если его отыгрывать правильно, там появляются разломы, в которые нужно заходить, там будет дополнительный еще урон. Цепи господства, ну это соло цель тринкет, плюс надо тюремчика убивать. Для меня, наверное, это непостижимый тринкет вообще. Ну и на что еще обратить внимание, вот раны братского раздора, не думаю, что она в топе, но как что-то она там усиливает. Вот, может быть, если она вам упала, может быть, она будет лучше токсина, ну точно, мне кажется. Токсин вообще один из самых таких средненьких тринкетов. Еще и юзать его надо. Вот, но явно стоит обратить на тайник с присвоенным сокровищами. То есть этот тринкет прям бисовый. Если у вас он есть, это прям отличный бурст. Я видел, как работает он, дает замечательный просто ДПС. Ну, в инстах на что обратить внимание? В принципе, на флакон. На флакон точно надо обратить внимание. Его хоть и нерфили, но по-прежнему очень хороший тринкет. Он в топах по-прежнему. Ну и слизь. Слизь также хороша, особенно в соло-цель. Что еще? Раз я про оружие вам сказал, и про... Секунду, сейчас. Короче, смотрите. Тайник с присвоенными сокровищами, удар землелома, два бисовых тринкета. Третий бисовый тринкет, который к ним можно добавить, это с той стороны. Это у нас тотем хватки земли. Логически объяснить, почему эти три тринкета хороши, я не могу. Но они просто дают хорошие цифры. Это реально крутые тринкеты. Что к ним можно добавить? Ну, устройство тоже неплохое. Флакон, слизь. Что еще есть? Есть еще у нас в тазовеше вроде бы сумка. Вот. Сумка вроде бы неплохой тоже тринкет на милишника. Если у вас нет землелома, мрачный кодекс в принципе тоже неплохой. Юзабельный тринкет, который будет давать ДПС. Декантер средненький пассивный тринкет. Ну, наверное, лучше, чем слизь, но у меня нет других вариантов. Вот. Как бы окарина, помойка. Что еще сказать? Перегруженный аккумулятор анимы, ну, тоже хасту даст. Что? Ну... Статстик обычный, в принципе, пойдет. Как и мое, в принципе, квантовое устройство. Но оно дает реально до хрена хасты или крита. Поэтому, ну, я считаю его очень крутым. Также отметим, наверное, контроль, который имеется у нас. Ну, я уже говорил, что в талантах можем взять дополнительный контроль. Есть массовый стан, есть клетка, которую можно давать на животное, демона или гуманоида. Тем самым помогая. Есть пурш у нас, которым мы можем снимать магический эффект один. Если мы Буадельф, то еще и массово можем пуржить. Как бы... Ну, вряд ли вы... Если вы ночной эльф, то у вас такой нет функции. Но у вас есть зато ваниш. Что еще не отметил я? Ну, бросок боевого клинка — это просто загреть кого-то. Я редко это использую. А, я не поговорил про коварное отступление. А, оно же замедляет очень сильно цель, которые стоят. То есть можем использовать его как сейф. И, например, если мы идем в чертоги покаяния, по-моему. Нет, в кровавые катакомбы. Перед тем, как пойти на Тарвальда или на Зирательницу, там есть такие челы, которые вешают на нас цепь. Так вот, с цепями надо выбежать, снять их и вернуться. Мы цепи снимаем чисто вот коварным отступлением и рывком назад. Все, цепь снята. Две кнопки, кто-то отбегает, выбегает, мы нажмем две кнопки и снимаем так цели. Это довольно круто, я считаю. Вот. По кондуитам я вроде бы немножко поговорил. Вот, я вот пока что решил, что танец судьбой и непреклонный натиск — это вот мой вариант. Повышенную бдительность, ну, это уже вы сами решаете, надо вам ее тестить или нет. Я пока не беру. Ну, точнее, ходил до этого, сейчас вот снял. Беру я вот такой набор, зонтик прокает, дает нам урон. Здесь мы, получается, снимаем с себя различные эффекты, если жмем обилку телепорта. Здесь, ну, это просто получаем дополнительные плюшки. Это под сейв больше, то, что мы еще... Когда союзники исцеляют нас, то мы применяем к ним магические эффекты, укрывающие их щитом. Здесь у нас это, по-моему... А, да, это сытость. То, что у нас повышается скорость передвижения и вероятность избежания. Небольшая выносливость. Я беру еще больше на выносливость кондуиты, потому что
ну, в ключах, например, выживаемость полезнее, чем вот эта вся точность. Ну, я не вижу здесь реально полезных каких-то кондуитов. Есть прикольные темы. Например, вот эта вот тема, что после окончания действия эффекта пленения скорость передвижения противника снижается. Неплохо. При этом есть вот поглощение магии, то, что можно второй магический эффект снять. Это скорее в PvP полезно будет. Дополнительное повышение скорости. Ну, это все круто, но нет. И, собственно, если мы играем с Теотаром, не забываем выносить на панельку чай. Где у нас Теотар? Теотар. Богдан. Степан. Вот. Это не он. Или он. Нет, это не он. Короче, где-то стоит. Вот он, Теотар, у него можно взять чай. Вот. И каждые 4 часа можно обновлять, давать себе 3% какого-то стата. Мейнстат, верса, крит, что вам больше угодно. Вот, еду я ем на хосту, потому что она самая дешевая, плюс хоста мне вкатывает. Вообще, ну, по-хорошему надо на версу хавать. Но мне вот впадло. Вот. Почему я на плащ сделал Лего? Потому что она была самой дешевой. Собственно, ну-ка давайте вспомним, в какой слот можно ее еще взять. Всеобщая тоска. Запястье, спина. Ну, тут вариант не сильно большой, и что запы, что плащ дают статов не так много, поэтому, ну, я сделал на плащ. Плюс у меня не было хорошего плаща. Сейчас есть. Кстати, можно подумать над тем, чтобы Лего пост... Но это дорого. Дорого, если честно. Сейчас, исходя из ситуации, голда на вес золота, как говорится. Хотя как раз это же и есть золото. Ладно, давайте, я в принципе думаю, что я уже все обсудил. Если у вас какие-то вопросы появятся, вы зададите мне. А сейчас я просто попробую подамажить цель. Тут у нас несколько есть АОЕ манекенов. Давайте побьем вот этот, например. Как мы поступаем? Сперва, наверное, намажем токсин кости крыла. Ну, допустим, еще масло теневого ядра я использую. Вдруг что-нибудь напрокает. Короче, побью 1,5 ляма. Ротация у меня не идеальная. Я, то есть, не топовый игрок. Вот. Начинаем мы, конечно, с жара. Берем немножко гнева. Бурю клинков. Жмем тринкетик, клеймо и взгляд. Прокастовываем. А дальше играем полностью тремя кнопками. Обновляется буря, жмем ее. Ну и играем вот. У меня это укус, удар хаоса и клинки. То есть это три, по сути, самая основная ротация. Как только у меня кончается клеймо греха, жмем мету, раскидываем на всех, жмем еще туда взгляд, буря. Стараемся именно танец клинков всегда по откату нажимать под метой. При этом жар обновляем, это очень важно. Вот видите, у меня сейчас откатилось клеймо, уже откатилось. Но при этом взгляда еще нет. Как бы смысл брать еще на откат клейма, когда оно и так откатывается при такой ротации. Вот сейчас откатилось. Я его нажал и сразу взгляд еще один. Иногда, кстати, рекомендую подождать, ну, не давать сразу взгляд. Лучше всегда их давать вместе, эти две кнопки. Ну вот, в принципе, что, три цели. 1,5 ляма я надамажил уже. Да, надамажил. 17к. В принципе, прикольненько, я считаю. С двумя кусками, двумя легами. Не самыми крутыми тринкетами. Можно тут еще выбить моровую бурю, например, которая тоже будет. Кстати, я про это не сказал. Моровая буря из чумных каскадов. Это одна ручка. Где она? Вот она. Она также навешивает свою доту. То есть, если вам прокнет, не как у меня. У меня, я считаю, очень хорошие пухи прокнули. То бишь, это лезвие каменного генерала на хаст версу. У них нет какой-то особенной обилки. Но при этом, если это будет две моровые бури, 278, то это будет пушка-вышка годнота. Можно, конечно, сходить в святилище господства и с мифика выбить себе одноручку. Ну-ка, где она? Это я как... Ее, конечно, в оффхенд надо будет вставить, если она у вас есть. Наверное, вы уже знаете, что это очень крутая тема. Вот он. Крестовой вспарыватель вен. Короче, он 252-го ИТМ левела будет проигрывать любой
масс, ну, любой шмотки высокого ТМВ в текущем патче, но при этом дота от вспарывателя вен гораздо сильнее, чем у муровой бури. То есть, ну, если у вас есть так, ну, в оффхенд это пуха, то, мне кажется, она будет даже больше давать, чем муровая буря. В оффхенд можно взять. В мейнхенд мы берем пушку с самым высоким ИТМ-левелом. На одну чарим сумрачную силу, на другой небесное наставление. Не забываем чарить еще плюс 30 к основным характеристикам. На грудак, на плащ выносливость, самоисцеление. Кольца у меня вот на крит зачарены. Камни тоже вот на крит есть. Как бы почему-то вот так я решил. Про вес статов я вам говорил. Меня, в принципе, мои статы устраивают. Можно, наверное, некоторые в хасту переделать. Не знаю, в принципе, хасту я едой добиваю. Даже не знаю. Вот, короче, такие дела. Если вам как бы было интересно и у вас какие-то еще есть вопросы, можете задавать, может быть, я смогу вам помочь. Вот такой вот гайд. Ставьте лайки. Комментируйте, критикуйте, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал и можете чекать какие-то другие мои соцсети. Скоро, возможно, YouTube заблокируют, может быть, сможете найти меня на каком-нибудь Яндекс.Дзене или Рутьюбе или Mail.ru. Я, в принципе, начал потихоньку заливать видосы и туда. Вот, а еще последний момент. Некоторые спрашивают, откуда у меня шляпа взялась на аватарке. Вот, я сейчас визуализирую сей момент. Вот. Как вам? Визуализировал? Вот такие дела. Ладно, с вами был Билли. Всем пока.